Ну что, ребята, Киберпук? 2077? Нет, стойте. Это не Киберпук 2077, это Киберпанк 2077. Да, ребята, и дополнение Phantom Liberty. С удовольствием буду проходить его, как и весь Киберпанк. Но все-таки молодцы поляки. Все-таки доделали игру. Теперь Киберпанк у нас 2077. Версии 2.0. Не хухры-мухры. Но зато есть минус. Да, нет полностью русского языка. Но зато есть русские сабы. Уже хорошо. Я уже немножечко прошел. Нам зловещая тетка позвонила, говорит, выполни мои задания все. Неизвестная земля. Открой новую карту. Карту псов каких-то. В общем, все в этом роде. И вот я уже немножечко допрохожу, так сказать. Ну, в смысле миссию. Так, а что у нас? Давай возьмем эту тачку. Вообще, Киберпанк уникальная игра. Все-таки CD Projekt молодцы, исправились. Хоть их и с говном мешали. Это каку? Кто это? Воу. Хоть и с говном их помешали, но они исправили. Они исправились, как с No Man's Sky. Помните, было на старте? No Man's Sky вообще такое дерьмище было. Я что-то не пойму, что с управлением с этой тачки. Можно я возьму моток? Я не хочу. Во, давай. Рви метай, детка, рви метай. Хоп, мусорок, так. Аккуратненько. Так. О, а что тут? А что тут дальше? Не воспроизводится ничего. Ты смотри, не отображается. Поляки. Это вроде версия 2.0. О, прогрузилась, молодцы. А хрен попадете. Так. Оп. Вот так. А красиво же было, ушел красиво. Не, ну чувствуется еще. Надо постараться к полякам полностью доделать игрушку. Есть, конечно. Под глюки, но ничего. Отдыхай. Двойная такая. Оп. Тихо, мужик. Тихо, ты что творишь? Тебе не стыдно ли? Перед тобой сам Грэд. Так, добраться до крана. It's got the home world. Как в песенке. Ты чё творишь? Чудовище. Чё вас тут так много? Блин. Так, ушел. Ушел, пацан. Ну что, игра доступна в GOG, где она сейчас только недоступна. Первая была доступна на PlayStation.
А уже в 2 часа ночи написи. Собственно говоря, я 2 часа ночи ее увидел сразу же на Гуге. Первым она на Гуге появилась. На официальном сайте сидюков, поляков, мать их. Не, молодцы, молодцы поляки. Чуть-чуть, да, конечно, проседает, где-то подглючивает, не прогружаются текстуры, но чувствуется, чувствуется. Что большая работа проделана, большая. Все-таки версия 2.0. Это только миссия сначала с Сойкой. Вот это... Вот уже пошел, наверное, минут 30 точно я в нее играю. И это только с Сойкой. Давай, деваха, мути. Как забраться на стрелу крана? То есть сюда, что ли? Чуть. Это стрела крана называется? Не знал. Так. Что тут у нас? Ничего, прыгать? А, ну хотя ладно. Так, добраться до разбившегося шаттла. Так, мужики, а вы... Вы вроде не свои, да? Так. Ты меня не видел. Короче, вы тут воюете? Вас слишком много. А я пока пойду выполню миссию. Давайте, давайте, воюйте, воюйте. Мне вы не интересны. Ребята. Блин, мне один хрен придется с ними воевать. Да ёб твою налево. Мансить, мансить! Ни хрена себе, туда аж надо забраться. Туда. Киберпанк, да. Тебя с гордостью можно называть. Это не киберпук, а киберпанк. Так, а давай-ка я возьму дробаш салатового света. Чё тут у нас? Чё тут? Ты чё такой дерзкий? А? Ты чё такой дерзкий? Ты должен умереть. Сегодня ты должен умереть. Йоу, тихо, спокойно. Дядька. Да ты посмотри, а. Да наконец-то он помер. Ой, здесь такие опасные дядьки. Не, все-таки скорострелка, она... намного лучше. Стоп, у меня патроны закончились. Обалдеть. Иди сюда. Чувак, патроны.
Есть патроны, если я найду. Да, я нашел, отлично. Ребята, это Киберпанк, Phantom Liberty. Долгожданная первая DLC. Дождались. Как сказали сидюки, мы сразу же после выхода первого DLC мы будем заниматься вторым. То есть это о чем говорит? Значит, не первое и не последнее DLC мы с вами поиграем. Это хорошо. Значит, есть надежда на продолжение. Тик. Тело. Так, найти Розалинд Майлз. Бля, какая. Бля, какая девчонка. Не, ну я как бы нашел, как бы. Или нет? Нет, это мужик какой-то. Так. Ох ты, сучка. Смотри, что творит. Нихера себе бабища. Ви меня зовут, мать твою. Ну что, игра вышла сегодня, 2 часа ночи. На PC. Ну, на момент видео уже будет завтра видео все-таки, да? И хорошей вам игры и осени, друзья. Любите Киберпанк, CD Projekt. Все-таки заслуживают внимания. Как бы их ни вафлили, но пацаны исправляются. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Игрет Ревью в Яндекс.Зен. У нас есть помощь автору Донат Алерт, будем очень признательны. Давай, тетка, убивай их там, я пока отдохну. Ничего не смахивает? НАСА как будто, да? А, что тут обезвредить нападающих? Ну что, сейчас весь мир играет в Киберпанк и правильно делает. Все, ребятки, до новых встреч, до новых крутых игр. Сентябрь заканчивается, и он заканчивается великолепно. Киберпанк, CD Projekt завершают этот месяц осенний. А впереди, ой, ребята, октябрь, а там игр будет вот так вот крутых. Вот просто муа, огонь. Так. Все, я проходить Киберпанк. Не путать с Киберпунком. Они справились, молодцы. И до новых встреч, друзья. Welcome back.